А вы вообще ссоритесь? Рассказывай. Ну, в моем понимании, мы не ссоримся. Мы иногда можем повздорить. Мне кажется, у нас с Полиной идеальный тандем, и у нас все идеально. Но это в моем понимании. Че пиздец? У Полины может быть совсем иное понимание. Вот. И я с ней вообще не ссорюсь. Я просто лапочка в отношениях. А вот как Полина на это смотрит, это надо спросить у нее. Лапочка, говоришь? Заячка?